В минувшее воскресенье в Рязани произошел серьезный порыв сразу на двух участках троллейбусной контактной сети. Причина – сильный ветер и налипание мокрого снега. Две ремонтные бригады на Первомайском проспекте и улице Юбилейная работали всю ночь и к утру аварию устранили. Но подобная ситуация может повториться. Об этом говорили на оперативном совещании в городской администрации. Например, на Московском шоссе сеть используют аж с 1980 года. Она предельно изношена. Несущие тросы не выдерживают. Явно нужна масштабная замена. Давайте обсуждать, показывать приоритетные участки. Вот то, без чего мы не сможем. Вот те участки, где мы понимаем, у нас ситуация может повториться. Вот их надо делать в первую очередь. Сегодня на правительстве эта тема тоже стала одной из основных. Мы с вами обсуждали, что у нас есть наиболее изношенные линии, которые нужно в первую очередь будет под замену пускать. Вот это они? Или да, это Павел Викторович, вот это именно те участки, которые мы с вами обсуждали, первоочередные. Спасибо. Я, кстати, рад, что троллейбусы на автономном ходу уже показали свою эффективность. Помню, была дискуссия, нужны, не нужны они в таком виде. Это хорошо. Приблизительная цена замены всей контактной сети города – 800 миллионов рублей. Но, по словам Артема Бранова, цитата, «в городском бюджете таких средств нет. Часть на условиях софинансирования может предоставить областной бюджет, но его возможности не безграничны». Министерство транспорта региона подготовило и направило заявку в федеральный центр. Решение проблемы рассчитывают значительно ускорить с помощью участия в федеральной программе.